Привет, народ, это Винос, это этот самый, даже забыл, как он называется, проект Озон 1. Да, я его не забросил, я еще по чуть-чуть играю, ну, чисто для себя, как говорил, что произошло за последнее время. Ну, тут у меня обычно забивается, все хотел другое слово использовать, вот, и производится вот эти вот интересные вещи, которые дают мне EMC. Так, это я включаю, чтобы забрал отсюда эти самые сиды, превратила их в эссенцию и отправила вот сюда. И тут из этого всего получилось бы вот Octuplic Cobblestone. Но я их генерирую, они самые такие как бы выгодные. У меня его, это EMC очень много, поэтому я сильно не запариваюсь, так иногда подключаю, когда мне маловато EMC, вот. И, в общем, генерирую EMC, вот это генератор EMC. Так, наверное, уже все заполнено сюда. Так, у меня еще сиды есть, чуть-чуть пускай заберет. Ну, не успеваю даже сиды забрать. А, тут штампует мне. Что медленно, как он забирает, не понял. Как там медленно работает, слушай, да? Ну, видать, сейчас тут много, ладно, пускай он поработает. Вот, ботанию набрал полный вот этих вот и забросил. Эндеры вот этих пока не генерю, может, там понадобится задание, его много. Ну, в принципе, когда у тебя такой вот объем, то сомневаюсь. Вот. Убрал свои генераторы все, построил по заданию вот этот вот реактор. Вот, как видите, он у меня сейчас выключен. Нужен он мне был в основном для получения вот этого цианита, который давал мне пройти, некоторые выполнить. Если этот реактор включить, активирует, то он вырабатывает там много. Ой, как много. Так, он уже ничего отдать не может. Просто вот, видите, 104 мега РФ там чего-то. В общем, работает он не по дням, а по часам. Потом я так врубаю, заполняю, все. Тут 5 стержней. Наполнены они не криотиумом. Так, я вовнутрь влезть боюсь, то у меня что-то там вылетает иногда. Так, тут у меня генерируются вот эти вот сингулярности. Просто я запустил и забыл про это. Вот она и генерирует. Так, дальше где-то подземелье когда-то выпустил из лаки блока вот этого library, ну, библиотекаря. В общем, библиотекаря, вот можем пойти с ним, можешь поторговать, раскачать его. То его тут, по-моему, пришлось его ограничить немножко, потому что вечно он влез вот туда и хотел самопожертвование сделать. Давай, вот. На ваших глазах я его прокачиваю по чуть-чуть. Вот, ну и не знаю, в основном вот, что я тут закончил. Так, закончил вот эту вот ветку, выкрафтил все, что возможно было, вот эти самые сложные были. Тут осталась фигня, вот сделать вот эту вот cool storage и вот это я делать как-то, ну, не очень хочу, потому что тут надо душу отдать, я не хочу продавать душу за лик, который мне не нужно. Сделал, солял флуксы последние, которые вырабатывают, мама не горюй, кстати, они вот они стояли у меня вокруг вот этой вот бочки, как они, вокруг этой, вот, и они вырабатывают 16 тысяч РФ за тик, вот одна эта панелька, так что энергии у меня немало, я думаю, даже сделать эти Mine Factory Reload, лазер поставить. Так, что еще предлагаешь? О, золотую алмазную кирку. Так, не сюда, пикакс. Пикакс алмазный, давай. На,
Нет, подожди, не это. Вот, на тебе алмазную кирку. На тебе два алмаза. Так, фортуны, вакуум. Ну, вообще хорошо. Хороший мужик. Так, интересно, сколько стоит это? 28 тысяч. Ну, это торговать этим невыгодно. Это... знает. Ой-ой-ой-ой. Так, что ты еще предложишь? Глоустон. Ну... Эмеральд 16 тысяч, Глоустон 4 тысячи. Да, ты этот самый супер-пупер продавец. Так, эндерглазики. Ладно, давай побольше. Вот, ну это так, его прокачать хочу, пускай будет самый прокачанный. А, Iron Chest Plate. Ну ладно, Iron Chest Plate... Без Iron Chest Plate. Вот тебе Chest Plate. На. Чё недоволен? Я тебя вон тут кормлю. Сможешь с другими лохами торговать. Ок, ты на углите либерариан. Так, дальше. Это я прошел почти что. Ботания Гарден. Тут заморачиваться надо с этими рунами, поэтому я пока остановил. Immersive технологии сделал вот эти вот какие-то там, даже не знаю, этого мода не знаю, потому тут ничего не развивал. Ну и тут по вот реактор, биг реактор, потом так, этот какой-то контр-ционит репроцессоринг и турбины. Потом уже начались вот эти вот как этот мод называется, я даже не помню. Вот, что ты у нас тут имеешь, все? Ага, все. Ну ладно, все так все. Так, тут у меня уже все забито, ничего не генерирует. Дальше, что у нас там еще можно рассказать? Another Aspect. Побывал в Ребусе, дали мне продолжение. Дальше у нас начинается Galactic Craft. Пока я остановил, побывал в Deep Dark, в Last Millennium. Искал вот этого тарантула в Ребусе, очень сложно его найти, поэтому пока меня забросил. И открылась Омега. Тут я шел, все уже было сделано, остались вот эти вот ботинки. Ботинки это как его, аура каскад. Аура каскад я не очень знаю, поэтому пока меня отложил. Вот. И у нас вот этот Deep Dark и Last Millennium. Подождите, по-моему, по нему надо тыркнуть. Это, наверное, сделано на будущее для скайблока. Вот у нас есть вилладжер. И он ничем не торгует, кстати. Если он ничем не торгует, может, я тебя спасти могу? О, идешь к своему дружку. Давай отсюда. Кто-то, тебе тут одному скучно. Тут ничего нет. Это пустой мир. Тут, не знаю, тут, наверное, какие-нибудь... Даже я не знаю, F3, если нажать, что это у нас такое, пил, подождите, как это, Plains, биом. Back to the game, F3, Plains. Ну, в принципе, тут ничего нету, для чего нужно, наверное, в будущем что-то придумать. Так, ты, дорогуша, пойдешь к моему жителю, другому, а то ему там, наверное, скучно, вы тут двухносые, вот. Сделаем вам такую вот красивую... хатку. Вот. Ты не хат, и ты его разрешение не спрашивай. Я тебя принес, ты заходи. Да, вон, заходи, давай. Иди там, общайся. Давай, иди общайся. Ладно, не буду мешать, вы тут сами разбирайтесь. Вот, тут поставил стекла из ботании. Ну, не, Random Things. А, это Random Things. Это которые не разбиваются, насколько я знаю. Вот, ну и в принципе, как бы и все. Особенного больше тут ничего сделал. Тут вот у меня каувки Сирит Стоун. Не нужен ты мне Сирит Стоун, Сирит Стоун я и сам получу. Вот тут постоянно приходят коровы, Молтен Дэш. Я их тут чаще всего Черватер, блин, зря. Гилит Криотиум. Гилит Криотиум. Посмотрим, что это такое. Мне, в принципе, достаточно чаще всего взять ведро и получить одно ведро, и оно
А, еще тики не прошли, вон 2000 тиков надо ждать. Ладно, бегай дальше. Вот такие новости. Ой, тут что? Че? Waterblock. Ты че такое? Watcha? Ну, Watcha мне не надо. Ты мне мешаешь вообще-то. Так, отрубить. Это у меня сейчас все семена уйдут, и он не сможет ничего сделать. И что случилось? Что, ничего не работает? Опа, этот кончился. Офигеть. Это круто. Всего лишь. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Это тоже тебе, это всегда тебе. Это обычно. Не, эту жалко. Вот. Ну, дальше пошел. А, обсидианы. Странно, как я так прохлопал, что у меня обсидиан закончился. Вот. В общем, вот так вот и живем. Вот, работает машина. Так, отсюда надо. Я тут включаю, выключаю, потому что если долго ставить, то вот это вот забирает все семена, и ферме не достается, и она уходит в ноль. Это ферма, и тогда... В общем, она останавливается. Да этот гроу очень сильно. Так, сколько это? 900 чем-то тиков. Так, давай ведро и посмотрим, что ты нам тут такого даешь. А, блин, 700 тиков еще. Так, чем я тут занят, пока я поддоедаю всякое из... Ты дура, блин, иди отсюда, я... Я его из тебя забрать хочу, а ты забрал. Вот таким, надо бы тут, наверное, забор поставить. А таким способом они и кончают жизнь самоубийством. Вот. Сделал он 54 миллиона вот этих. Вот эту ферму я уже, наверное, забросил. Тут, наверное, я всего лишь на все лазеры поставлю. Вот. Тут можно переключать. Вот, или все выкинуть, или сделать. Че, ну, больше ничего не делал. Так вот, по чуть-чуть прохожу, и все. А ты все, тебя не пускают, да? Вот какой нехороший житель, да? Не пускает. Ну, это вы сами разбираетесь. Это ваши дела насадки. Ну, вот, пока миссии, наверное, такие... А, и ну, вот, везде понабивал вот таких вот штук. Что вот это за штука? Терминал рециклинг, я даже не знаю. Тут это у нас тут показывал. Вот. Ну, пока не все. Будут новости, наверное, покажу. Так, ладно, иди отсюда. Ты мне не надо. Ты тоже, это не уходит. За хрена мне вот эти вот... Вот, ладно, это был Альвинос и проект Озон. Так вот и живем. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии и увидимся. Пока.